Доброго утра всем нашим подписчикам, да? Доброе утро, подписчики канала Хуторян. Я еду сейчас за Антохой. Тогда у меня на телефоне закончилась память, но я сейчас все сбросила. И хочу сказать, что я отвозила Антошу и Дашу, потому что автобус уехал на 10 минут раньше. Получается, я к школе подъехала вместе с Антошей и с Дашей в 8 часов ровно. И думала, сейчас остановлюсь возле того, где автобус. Причем, кстати, на других остановках вот мы ехали, дети только подходили. То есть автобус должен быть в 8 утра у нас на хуторе. И когда он едет обратно, то есть это примерно там 8.05, он останавливается еще на двух остановках или на одной. Ну, в общем, на этой остановке стояли дети, ждали автобуса. Автобуса-то уже не было. Вот, и я думала, сейчас остановлюсь возле автобуса и спрошу, почему, что случилось, почему не за, ну, раньше уехал, аж на 10 минут. А автобус уже развернулся и уже уезжал как бы к себе домой. То есть автобус, получается, утром выезжает, собирает детей, в обед развозит и вечером. То есть вот такой вот график, да. И... автобус уже уехал, но я пошла до учителя узнать, ну, чтобы она сказала, там завхоз за это, за все отвечает. Она говорит, я пошла посмотреть расписание автобуса, а на хуторе вообще он должен быть в 8.10 по расписанию. И, в общем, она сказала, что должна поговорить с завхозом, чтобы, ну, такого больше не было, потому что это хорошо, что я дома, да, поехала, отвезла детей. Но те родители, которые не могут отвезти детей, уехали на работу... и идти вот от нашего дома до школы 40 минут, вот спокойным обычным шагом 40 минут, то есть ребенок бы опоздал на урок. Так что вот так вот сегодня такие приключения у нас утром. Хорошая погода. Ты можешь остановиться возле этого Викиного магазина? Это... а я пойду сам. Ты меня вот ближе к нашему дому. Ну, да? Где уже там завороты или трасса. Угу, хорошо. Ну, я на заворот пойду. Дашка сегодня с медалью ходил в школу. Антоха недоволен, не хочет ходить на танцы. А скажи мне, как в новых чешках? Нормально? А что ты такой недовольный? А куда ты хочешь? Ну все, давай улыбайся, потому что скоро на футбол нам, давай. Антох, ну улыбнись. Мучаем дитя. Мама тебя мучает. Антохе тут задали раскрашку. А людей не надо. Только листики, да? Хорошо, а где твоя пропись? А вот же Антошина пропись. Вот, его хочу даже для истории. Антохина первая буква. Вот буква А мы писали. Вот большая, а вот такая вот. Очень даже неплохо. Да, Антош? О, соединение. Так, что, и сегодня уже И, да? Сегодня уже И начали. А вот это еще надо писать или не надо? Надо, я потом напишу. Я хочу сейчас это раскрасить. Хорошо, давай потом допишешь. Большую еще пока И не надо, да? Только... а где большая? А вот большая. Она большая. Вот маленькая, вот большая. Угу. Дети сейчас тут стреляли. Посмотрите, тут и банки сразу они понаходили от сока. В общем, будет мама теперь тут убирать. И кегли себе понаставили. И куча этих мишеней. Я сейчас еду в магазин «Оазис». Хочу купить там, если есть, силиконовые коврики. Слушайте, я тут проезжаю такой классный дом, где такие сосны огромные. Вот представляете, просто во дворе. Сколько им лет, я не знаю, но они потрясающие. Вот тут по Садовой, по-моему, Садовая, да? Да, по Садовой у нас прям много у кого. Большие елочки такие. Вот еще сосна. Тут, знаете, у нас не сосновый бор, но вот именно по этой улице много у кого. Вот еще елочка. Вот еще там дальше, вон с левой стороны тоже. Во дворе такие заросли. Просто как в лесу.
Сейчас уже приеду в магазин. Детей отвезла на футбол. Вот они какие елки. Слушайте, силиконовые коврики я не купила. Нету их у нас. Но я сейчас приехала уже за детьми, потому что времени столько, что, знаете, ни туда, ни сюда. Неудобно ехать домой и потом опять сюда сразу же выезжать. Я сейчас любуюсь на природу. Я стою вот, несмотря на то, что здесь все разбито, да, на последнем этаже нашего стадиона. И здесь речка. Красивущий закат был, но вот его отголосочки вот еще остались розовые. И смотрю, как красиво все отражается в реке. Просто безумно красиво. А там занимаются дети. И луна такая круглая. Вообще, не знаю, сегодня, наверное, полнолуние. И вон они бегают, все мальчишки. В общем, Афоня, сегодня его забирал папа. И они тут еще с папой сделали какую-то штуку, да? Чтобы какую-то рыбу пилить. Я уж не знаю, что это за штука. Вот сейчас мы взяли замороженную рыбу из морозилки. И пойдем ее пилить? Да. Что, прям по-настоящему? Да. Пойдем? Да. Сейчас мы тут по ночи чуть-чуть пройдем, да? И найдем. О, мама, рыбу на головобочке. Да, и мы любим идти и наблюдать за тенью, да? Да. Откуда у нас какая тень светит? Вернее, ложится. Папа работает. Это на рыба, рыба. Рыба, мама, рыба. Ага, ну это ж пищевая, да, штука? Ну это что, это ж не для рыбы. А это у нас будут стейки? А внизу мисочка, да? Слабый. А внизу должна стоять миска, да? Да, внизу. Надо почистить сначала. Все. Ага. Покажи, ну слабовато, да? Но для ну, рыбы еще пойдет. Надо попробовать наточить еще, что оно ж неизвестно. Короче, это рыба, стейки делать. А надо конденсаторы, да? Или что там надо ну, да. поменять, да? Еще ножи наточить попробовать. Ну, если кусок мяса, знаешь, что... Надо все такое подмороженное, да? Почему? Нет? Ну да, на короче, стейки. В общем-то, красота. Завтра будем жарить. Нет, это я-то хвост отрубил. Хвостик отрубил.